Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В одном из своих недавних интервью Анатолий Эдуардович Юницкий рассказал о подготовке к проекту в Объединенных Арабских Эмиратах, в том числе упомянул об испытаниях Юникара в термокамере. Мы получили огромное количество просьб ответить на многочисленные вопросы по этой теме. И самым лучшим специалистом, который нам это все объяснит, является конструктор КБ «Компоновка» Иван Романенко. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Расскажите, насколько важны эти испытания? И, ну, в общем-то, разница в температурах не настолько же велика. В Беларуси, ну, скажем так, примерно летом плюс-минус 20-25. В Эмиратах, ну, допустим, 50, возможно, до 60. 40 градусов разницы примерно. Насколько это существенно? Ну, нам необходимо данное испытание было провести, чтобы определить, как сказать, работоспособность нашей машины именно в условиях тропического климата, это плюс 60 градусов, максимальная предельная температура, а также условия повышенной влажности. А достаточно ли 60 градусов? Ведь, мне кажется, на солнце может разогреваться и до более высоких температур, а металл, пластик, стекло. Да, но данные испытания тоже проводились, мы повышали температуру до 70 градусов. А скажите, а для каких узлов и систем это наиболее критичным является повышение температуры? В первую очередь, это система микроклимата, очень важна. Система охлаждения наша. Также немаловажен это интерьер, чтобы у нас, например, если транспорт у нас хранение безгаражное, на улице висит, и чтобы не перегревался интерьер. И... Хорошо, а расскажите, пожалуйста, поподробнее, если можно, какие-то цифры получить. Мы, получается, испытывали в термокамере при температуре до 60 градусов систему микроклимата, и мы смотрели тот показатель, когда мы выйдем на режим, когда в салоне уже будет комфортно. Это температура 20-22 градуса. И буквально менее чем за полчаса, там 25-28 минут, мы выходили на рабочее состояние, что мы можем транспорт уже поставить на линию, и там уже будет условие приемлемо для нахождения 20-22. Как бы по требованиям, которые необходимы были для данного транспорта, нам необходимо было, чтобы в салоне было 23 градуса при 48 наружных. Здесь уже были более жесткие условия, и мы их, ну, легко выполнили. Также при 60 повышении температуры стабильно мы могли удерживать без ограничений по времени, там сутки, двое суток, чтобы в салоне было стабильно 20-23 градуса. Также немаловажно было ходимость машины, в том плане двигатели, чтобы они не перегревались. За это отвечала система охлаждения. Тоже без проблем мы справились, тоже с большим запасом. У нас до 120 градусов моторы не нагревались. В той циклике нагрузок, которые реально приближены к реальным условиям. Как будто мы едем, один двигатель нас нагружал, другой как бы выполнял функцию генератора. И также были испытания гидростанции, испытания всего оборудования, которое в интерьере, которое очень чувствительно к повышению температуры. Это мультимедиа, а также компьютеры ИСУ, это техническое обозрение, внутренняя салонная камера. ИСУ — это интеллектуальная система управления. Вы, пожалуйста, расшифровывайте, у нас не все знатоки такие, как вы. Ну и вот и все эти системы, они в условиях повышенной температуры, они показали свою работоспособность. Температура понятна. Скажите, а влажность повышенная учитывалась ли? Да. Это у нас была влажность стопроцентная при температуре 35 градусов. Даже бывало, там повышалось до 38 градусов. И, то есть вы имитировали реальные условия, которые существуют в тропическом климате? Да, климате. И все данные после влажности были проверены все системы, все функционирует без боя. Ну и все. И что, никаких проблем не было выявлено вообще? К нашему счастью, да. Все отлично. Вопрос такой. После таких экстремальных испытаний, после того, как Юникар прибыл обратно в цех сборочный,
Проводились ли какие-то проверки? Может быть, это на нем сказалось как-то пагубно? Допустим, во время испытания он показался хорошо, а потом, вернувшись, вы же знаете, да. Может, там где-то излишний конденсат, излишние проблемы какие-то при перепаде температур. Проверялось ли что-нибудь? Ну, после переезда к нам в СКТБ, наш Юникар, когда вернулся домой, то были все проверены системы, функционирование дверей, там, например, компьютеров, двигатели запускались, микроклимат тоже, система охлаждения, все исправно. Спасибо большое, Иван, за ваше пояснение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда, возможно, к вам будет относиться песня «Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь». Строй Skyway, спасай планету!